Доброго вам всем здоровья, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, и оператором у нас сегодня работает Богдан. На мне шикарнейший комплект от армянских мастеров с плисовым малахитом, серьги, кольцо, и можно добавить к нему, еще есть у меня браслет с плисовым малахитом. И еще большое кольцо, конечно же, есть. Так, это по украшениям. Теперь хочу представить вам вот такое летнее пальто. Создали мы его с Галиной из Павлово-Посадского платка, 148 размер. Называется «Душа розы». Карманчики у нас получились и рукава из другого колорита немножечко. И мне кажется, это придало еще больше, так сказать, живости самому изделию. Но это, как мне кажется, все ваши комментарии с удовольствием читаем и я, и мастера. Пожалуйста, я готова, так сказать, вот ответить на все ваши вопросы и принять все ваши замечания и предложения. И есть у меня, кроме этого пальто, еще одна вещь. Вот такое пончо на подкладе. Так, забыла. Пальто, смотрите, у меня на подкладе. Подклада саржа и шикарнейшей шерсть 100% мерино. Так, вот еще у меня есть вот такое изделие. Ношу я его, наверное, лет 10 уже. Оно у меня первое появилось, так сказать, и состоялось знакомство с Павлово-Посадской мануфактурой. Вот такое шикарное пончо. Значит, если вдруг нужно будет много, большое количество платков, они у меня есть, у меня не по одному, не по одной штуке каждого вида. Пожалуйста, все ваши предложения я, и просьбы я готова рассмотреть. Вот эту красоту ношу уже лет 10. Итак, я предлагаю начать показ платочков. Значит, первый платочек хочу вам показать. Это 148 размер. Фадеева Валерия, душа розы. У нас тут поднялся ветер, но я думаю, что он не помешает нам. Это уплотненная шерсть, 148 на 148 размер, стоимость 5300 рублей. Фадеева Валерия, душа розы, вид 12. Фадеева Валерия, душа розы, вид 14. 148 на 148, уплотненная шерсть. Ветерок нам все-таки, мне кажется, немножечко мешает. 5300 рублей стоит этот шедевр. Уплотненная 100% шерсть мериносов. Фадеева Валерия. Рисунок называется «Счастливица, вид 15». 148 размер, 100% уплотненная шерсть мериносов. Красота ненаглядная. И еще один 148 шедевр. Альшевская злата, времена года, лето. 148 на 148, уплотненная шерсть.
Сорт беру только первый. 5300 рублей. Жукова Елена, цветочные бусы, вид 15. Значит, все следующие платки в этом показе будут 146 на 146. Цена 3200 рублей. Зиновьева Клара, душечка, 146 на 146. Красота невероятная, 3200 рублей. Ветерок нам все-таки немножечко мешает. Богдан тут уже старается, вот тоже ручкой поддерживает, чтобы показать вам эту красоту. Значит, прошлый голубой платочек был душечка вид 13. Сейчас я показываю душечка вид 14, автор Зиновьева Клара. 146 на 146, 3200 рублей. Зубрицкий Виктор, день осени золотой. 146 на 146, 3200 рублей. Сухаревская Татьяна, пленительный июль, вид 16. 146 на 146, 3200 рублей. Хочу напомнить, что все, что в предыдущих показах было палантины и шелковые платки крепдышин, это все у меня есть в наличии. Пожалуйста, спрашивайте. И я все вам покажу. Сухаревская Татьяна. Пленительный июль, вид 1. 146 на 146, 3200 рублей. Литвинова Елена. Музыка моря, вид 1. 146 на 146, 3200 рублей. Вы знаете, вот почему-то вот этот платок, так, музыка моря, вид 1, сказала. Почему-то именно он вот цепляет меня, например, больше всех. Оставила себе вот такую красоту. Додонова Ирина, аромат лета, вид 2. 146 на 146. Сорт первый. 3200 рублей стоит. Это фантастика. Значит, это последний платочек в нашем показе. Я повторюсь. У меня есть и палантины, и шелк крепдышин. И платки 125 на 125. Пожалуйста, звоните, спрашивайте. Я готова ответить на любой ваш вопрос. С вами были Богдан и Татьяна. И всего вам самого доброго.